Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы JDJDJE. На которой появится одна сишка и 4, 5, может 6 обычных топоров. Взрывать лучше всего здесь, тут будет ящик, по-моему. Вот с этой стороны опасно взрывать, потому что тут это радио должно быть. Да, вот оно. А с этих сторон вполне себе. Так, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 ящиков. Готово. Давайте смотреть. Так, собственно, фильтр, который у меня украли. Здесь пиво и крепкий алкоголь, который у меня также украли. Плавильня пустая. Тут костры есть. Пустой первый. Так, тут два бензина. Дальше. Ага. Один красный, один желтый, один зеленый талон. Окей. Бревна дубовые, мясо. 20 бинтов, в принципе, неплохо. Что еще тут можно взять? А, и вот то, что рейдеры у меня украли, если кому интересно. Так, давайте это тоже сломаем. Может, тут мясо будет. О, тут 19 индейки, не зря сломал. Так, здесь еда, вода. Окей. В этом ящике ресурсы, доски. Что тут еще есть? Чуть-чуть всякого помаленьку, в общем. А тут пусто. Окей. Давайте сходим, посмотрим, что тут в пикапе лежит. Байк тут навряд ли будет. Да, тут маленький ящик. Байк вот он собирается. Почти собрал, кстати. Бензобак не хватает. Так, ну вот такой вот лут с этой базы за одну сишку. По мне, оно того не стоит, но решать по-прежнему вам. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.